Предприятия ваши работают все? Да. Люди работают, не в отпусках вынужденных? Нет. Зарплату получают? Конечно. Зарплата высокая, почти. Присаживайтесь. Я знаю, они молодцы. Что касается Гомель-Стекло, ну, особое предприятие, как и планар в моей судьбе, мы его вытаскивали за уши, предприятие производит хорошую продукцию, но у меня были вопросы, меня информировали соответствующие люди по непорядкам и неполадкам с бытовой сети. Вы это знаете, скидок никаких не будет, вы там работаете заместителем. Когда мне предложили ряд кандидатур, я сомневался. Думал, ну стоит ли заместителя оставлять на этом же предприятии. Потом думал, ладно, знаете предприятие, делайте все, чтобы оно работало достойно. Поэтому вам отступать некуда. По-мужски вам говорю. Наверняка где-то, будучи в Гомеле, я постараюсь побывать на Гомель-Стекло. Но люди работают. Сколько человек? 2000. Продаете продукцию? Да. Продукция продается. Залежи нет? Залежи нет, но сезонный спрос все-таки есть, поэтому небольшие. Но это все управляемо. Это все управляемо. Загрузка мощностей полная, 99,3. Все по плану происходит. Все, все делается. Бытовую сеть, с учетом ваших замечаний, да, я знаю эту ситуацию. Мы ее исправляем. У нас есть направление, есть стратегия. Мы все ее даже реформируем. И будем работать совершенно по другим принципам даже. Никогда не слушайте никого, кто бы вам не пришел и не сказал, что он от имени президента. От имени президента только президент говорит. Поэтому всех этих шарлатанов на порог не пускайте. Я понял. Занимайтесь реализацией продукции сами, а то получается, произвести можем, качественно можем, а продать за полцены. А жулье разные, посредники, по карманам раскладывают половину денежных средств. Этого не будет.